мне уж дождались. Дождались, а то. Ой, глянь, глянь. Синкин дочь идет с коляской. Да? Всю двойню везет. Вот как Катько веселень прибывает. Ой, прибывает. Красота. В былые времена здесь, на правом берегу реки Пажи, напротив Покровского Ставропигиального женского монастыря, располагалась Покровская ярмарка. Позже это место облюбовали горожане, здесь они отдыхали, а художники проводили пленэры. Сегодня историческая справедливость восторжествовала. На Вишневой горе открылся историко-культурный ландшафтный парк «Покровский». Поздравить жителей и гостей с таким значимым событием в жизни Хотькова на главную сцену вышли благочинные церкви Сергопосадского церковного округа священник Александр Колесников, глава городского поселения Хотькова Рита Тихомирова, глава Сергопосадского района Сергей Пахомов. Я знаю, что очень бурные общественные дискуссии предшествовали решению о том, что именно здесь должен быть парк. У нас все получилось. У нас все получилось. И, наверное, это вот тот пример, как надо работать, как надо с умом вкладывать деньги. Потому что отдых, то, как мы отдыхаем, это тоже очень важно. Это тоже очень важно, это тоже очень нужно. Я очень рад вас всех видеть. Я могу пообещать вам, что любые добрые начинания властей города Хотьково, мы, я как глава района и коллеги мои заместители, мы, конечно же, будем поддерживать. Всем нам удачи и хорошего отдыха в новом парке. Парк Покровский – это, несомненно, самый масштабный и социально значимый проект в новейшей истории Хотьково. Много лет мы мечтали об этом, много лет мы думали, как это сделать, и мечты казались просто фантастическими, но все сбылось и все случилось. Но нельзя сегодня не упомянуть действительно о важных, тяжелых, наверное, но жертвенных трудах, которые подняла на себя администрация во главе с Ритой Григорьевной. Много лет она вынашивала эту мысль, чтобы жителям города было комфортно, чтобы было где отдохнуть. Человек состоит не только из души, но и из тела. Человек – это единый организм. Поэтому для отдыха, для комфортного, для организованного нужно место. И сегодня мы с вами находимся в прекрасно организованном месте. А наша задача сегодня и в последующие времена – сохранить то, что сделано с любовью, жертвенной любовью и очень прекрасно. Для гостей парка была организована большая культурная программа. Концерт на главной сцене парка с участием местных творческих коллективов. Работали детские развлекательные площадки, художественная мастерская. Также проводились мастер-классы по прикладному творчеству и кузнечному делу и многое другое. Для активных – тренажеры, для романтиков – газон, для гуляющих – дорожки, для задумчивых – скамья. Отдохнуть отлично сможет в парке каждая семья. Берегите наш парк! Добрый путь! Главное место в парке – памятник родителям преподобного Сергия Радонежского. Скульптурная композиция Кирилла Марии с отроком Варфоломеем выполнена в бронзе и установлена на склоне горы, откуда открывается вид на Покровский Ставропигиальный женский монастырь. В парке оборудовано видеонаблюдение, работают 32 камеры. Вопросы безопасности также очень важны. Есть интеллектуальная система освещения, имеется мягкое резиновое покрытие там, где будут находиться дети. Благоустроены газоны и дорожки. Это очень хорошо и для детей, и для взрослых можно где погулять. Будете сюда приходить? Обязательно. Мне нравится. Что уже успела посмотреть? Я ничего, я точно пришла. Ну будешь сюда приходить? Ну да, буду. В ближайшее время в Покровском перед главной сценой зальют большой бесплатный каток. Но новогодняя елка в парке уже стоит. Ирина Самойлова, Феликс Дорохов, День города.